Привет, друзья! Это «Практика с Бадюком». Мы продолжаем работать в Таиланде. Специально для вас телеканал «Точка отрыва». Вольф, ты помнишь то время, когда мы встретились в первый раз? Ты был такой большой, сильный, все-таки профессиональный боец. Но прошло 10 лет, и ты совершенно изменился. Что с тобой случилось? Тогда я весил около 100 килограмм и увлекался смешанными единоборствами. Но в какой-то момент неожиданно для себя открыл йогу. Я понял, что бокс и единоборство уже не приносят мне чувства удовлетворения, чего я не мог сказать об этой восточной практике. Тем более, что там есть разные направления. Есть спортивная йога, хатха-йога, аштанга-йога. Любой может найти занятие по душе. Йога стала моей страстью. Но сейчас вы открыли кухню. Да, мы открыли студию здорового питания и пекарню, где можно отведать разнообразную тайскую еду. Это только здоровая пища. Да. Очень актуально для меня. Еще мы делаем такие энергетические батончики, которыми удобно и полезно утолять голод. По Вольфу видно, что ваша продукция работает. Он ведь отлично выглядит. Скажи мне, пожалуйста, как ты сейчас тренируешься? Ты по-прежнему практикуешь бокс? Да, я все так же провожу боксерские тренировки, но уже не так интенсивно. Максимум 2-3 раза в день. В общем, никаких изнуряющих занятий, исключительно фитнес. Медитации в обязательном порядке для улучшения общего состояния организма. Можно сказать, когда ты изменишь свое сознание, тренировочный процесс, тогда твое тело будет меняться, независимо от того, сколько тебе лет. Если ты не меняешься, то ничего не происходит. Абсолютно верно. Вот оно, это волшебное место. Джангала Пхукет. Тибетская звуковая оздоровительная терапия. Пойдемте и будьте моими гостями. Это подарок моей жены, который она сделала мне в прошлом году. 500-кубовый Royal Enfield. Волшебный мотоцикл из Индии. A man's toy. Игрушка для мужчин. Это магазин подарков и различных аксессуаров из Тибета, Непала и Таиланда. Ploy's Kingdom. А это королевство моей жены, ее кухня. На ней легко может уместиться 5-6 человек. Есть холодильник, большая рабочая зона для готовки. Здесь все рассчитано на то, чтобы любой желающий мог попробовать приготовить блюдо тайской кухни. Теперь мы пойдем наверх. Перед процедурой гости рассаживаются в удобные кресла, берут чашечку чая, расслабляются и настраиваются на определенную волну. Это так называемая комната здоровья. Помещение для проведения соответствующих оздоровительных мероприятий. Здесь можно одновременно заниматься двумя людьми, например, отцом и сыном, или мамой и дочерью, или на разных кушетках проводить несколько последовательных процедур. Это тоже возможно. Параллельно мы используем специальный звук, который генерит определенные вибрации, открывающие чакры и приводящие к балансу уровень энергии человека.
по отдельности, такого оздоровительного эффекта достичь невозможно. Вот эта чаша, которая сделана вручную. Именно она воспроизводит этот звук. Мы берем специальное било, чтобы у нас получился вот такой звук. Разные чаши выдают разные по тональности звук. Подобные процедуры использовались тайцами на протяжении сотен лет, еще до появления буддизма. Тибетские и непальские шаманы с помощью них лечили различные болезни. Мы готовим ингредиенты для энергетических батончиков Джангала. Берем черный кунжут и смешиваем его с овсянкой. Добавляем семена льна, тыквенные семечки, вишни без косточек, мед. Масло кокоса. Никакого сахара или искусственных ароматизаторов. Все натуральное. Мы все перемешиваем и выкладываем на специальную форму, дно которой выложено фольгой. Получившуюся массу равномерно распределяем по форме. После чего убираем на 3-4 часа в холодильник. После масса становится однородной и превращается в энергетические батончики. Вот он, наш натуральный продукт, который мы едим. Вкусно! А теперь закрывай глаза, расслабься и слушай музыку. Расслабляешься. Ну что, братцы, я под невероятным впечатлением. Рассказать это все словами невозможно. Я надеюсь, что вам очень понравилась моя программа. Если у вас будет малейшая возможность пройти такую процедуру, пройдите. Если нет, по крайней мере, сделайте выводы. Нельзя тренироваться всю жизнь одинаково. Train smart, not hard. С вами был Сергей Бадюк, телеканал «Точка отрыва». Берегите себя.